Здравствуйте, друзья! С вами программа «На самом деле». И наша программа сейчас в гостях у украинского политика, который находится в России по понятным для всех причинам. Человек, которого убивают на всех западных информационных площадках. Убивают виртуально, конечно же, но дотянулись бы руки, убили бы точно и реально, потому что очень опасен для них этот парень. Парня зовут Алексей, фамилия Журавка. Он почетный житель города Цирюпинска, переименованного в Олешки. Алексей Валерьевич, приветствую. Привет. Ну вот, только что послушал Сергея Севоха. Сергей Севоха сказал о том, что в компании людей, которые хотят мира Украине, прибавление. Витоль Павлович Фокин оказался тем человеком, который все понимает, умеет читать, прочитал Минские соглашения и предложил хотя бы какие-то миролюбивые инициативы, за что был жестоко виртуально избит, в отличие от всего, которого побили вполне себе реально, а не виртуально, и отставлен, как и Севоха был отставлен. Вот скажи мне, пожалуйста, почему Владимир Зеленский своих друзей, соратников, тех даже политиков, кого сам куда-то назначает, потом в страхе, в ужасе изгоняет, причем изгоняет руками своей силы, слуга народа, той силы, которая пришла, по большому счету, на голосах именно миролюбивого подавляющего большинства граждан Украины? Ну, знаешь, я так тебе хочу сказать. Первое, что он трус. Второе, что он сегодня контролируется спецслужбами Соединенных Штатов Америки, также контролируется европейскими сателлитами Америки. Ну и без внешнего давления он бы это не сделал. Поэтому эти факторы, они объединились. Трусость его, клоунство его, вот, назовем так. Плюс он же привык над людьми шутить. Ну а что бы в этот раз не пошутить? Самое страшное, что он порождает недоверие. Вот помнишь, когда-то я говорил, что многие чиновники по этой причине и не хотят нормально идти работать либо в правительство, либо в администрацию президента, потому что связано, что он сдает своих. Понимаешь, это хорошо, что, допустим, как ты сказал, виртуально Фокина побили. Но насколько я его знаю, а это первый премьер-министр Украины, он молчать не будет. Если ему дальше будут задавать вопросы, он будет отвечать по существу. Ну а Кравчук — это, как всегда, хитрый, подлый лис, который показал свою сущность, что он как глава этой будем говорить, комиссии не смог защитить своего человека. Вот это и есть власть продажных, власть имущих, просто губителей своей страны. Вот и все. Поэтому, а что мы хотим? Что мы хотим? Севоху побили, а этого, можно сказать, изнасиловали морально. Но ты знаешь, меня что убило? Аваков по локоть в крови, и он еще что-то там тявкает. А он знает, что у него в Армении уважают седых людей старших возрастов. И он такую мерзость писал. Это вообще страшно. Какой же он даже армянин. Он не любит, да и все. Алексей Валерьевич, ну как можно Авакова называть армянином? Человек, который выступил на стороне Азербайджана и категорически против Армении. Ну, ренегат, предатель, враг. Я вспоминаю Василия Волгу, его выступление и у меня в эфире, и статьи его, где он рассказывал о том, как к нему обращались представители зеленой команды перед выборами, еще перед первым туром, задолго зимой, тогда, 2019 года, и предлагали: Василий Александрович, вступай в нашу команду, займись избирательной кампанией, помоги, мы придем к власти, все будет вот так здорово, все будет хорошо. Волга уже тогда им объяснял, что, ребят, вы вас звать никак, вы ничто и ничего не сделаете, обманете и сделаете только хуже для Украины. Вот сейчас я смотрю на все это, а тогда Волгу ругали, критиковали, говорили: как ты не понимаешь, главное свергнуть Порошенко, потому что страшнее Петра Алексеевича чудовища из преисподней просто нету. А оказывается, вместо вот этого черта,
с белочкой. Пришел чертенок, мелкий бес, а этот мелкий бес оказался намного страшнее здорового старого с мешками под глазами черта. Ты знаешь, не надо далеко ходить, я в телеграм-канале выложил фотографии. Там возле Бабьего Яра идет выставка. Вы посмотрите, какие они поставили. Ну, мне страшно, конечно, говорить. Произведение искусства они назвали, да? Это вообще, если вот посмотреть, это ужасно. Это вот в этот ужас превращается Украина. А что вы хотите, если Зеленский предал непосредственно своего деда? Жукова предал. Мы ведь знаем, что дед его под командованием служил Жукова, да? Если Зеленский предал историю, связанную с Бабьим Яром, да? Он же нацистов поощряет сегодня. А кто расстреливал евреев? Но он свой народ предал. Он на Израиль сегодня наплевал, да? А вы хотите, чтобы он Украину не предал? Ну, это перевертыш. Ты понимаешь, как многие говорят, ну, ты ж пойми, от него ж ничего не зависит. Изначально все от него зависело. Если бы он набирал команду и резко, жестко принял решение и подавление. Потому что, вспомни, 3 месяца эти идиоты-бубуины порошенковские были как перепуганные. Можно было все решить. Но он этим не воспользовался. И Зеленский сегодня попадет в историю, как и Порошенко, кровавый. И этот попадет, как убийца кровавый. Только они разные люди. Понимаешь? И как президент, который мог бы принести мир, который мог бы спасти в тех границах Украину, в которых она сегодня есть, он уже не попадет. Понимаешь, это предатель. Вот и все. Ты посмотри, как он глумится над Крымом сегодня. Ты посмотри, как он глумится сегодня над Белоруссией. А ведь Украина и Белоруссия, и Россия, это самый сильный народ должен быть. И мир бы был бы тогда. В дружбе заключается сила. Он этого не понял. И это самое страшное на сегодняшний день. Он сегодня потыкает. То, что американцы скажут, то он и будет выполнять. Вот тебе и все. Поэтому Горный Карабах, а Азербайджан поддержит. Поэтому он сегодня поддержал Беларуси этот Майдан гребаный, эту Тихановскую. Но это закончится для Украины трагично. Потому что в это месиво именно попадет Украина, ее раздирать начнут. Алексей Валерьевич, мы вот сегодня с товарищами уже обсуждали эти вопросы. Россию берут в кольцо огненное, да? Пытаются спровоцировать на конфликты разные. Против Украины, там, против Турции даже войну, может быть, организовать. А Российская Федерация оправдывается, доказывает, что мы не виноваты. А американцы чужими руками действуют. Вот на твой взгляд, смотри, представь себе, Россия не действует сама, но у нас есть 2 непризнанные маленькие, но гордые республики, достаточно вооруженные. И вдруг эти 2 республики, Украина фактически вышла из Минских соглашений, Украина не выполняет ничего. И вот эти республики берут и устраивают контрнаступление. Да? Вот, слышно меня? Да. Вот Азербайджан сейчас делает? Делает контрнаступление, как они это обозвали. Донбасс берет и делает контрнаступление на Киев, освобождает исконные малороссийские земли. Россия говорит, мы не вмешиваемся, это внутриукраинское дело. И мы призываем весь мир не вмешиваться, ни в коем случае. А республики Донбасса идут, а по пути встречают друзей, соратников, тех, кто устал от нацистской власти, от репрессивного аппарата, тех, кто вливается в народное ополчение Малороссии и идет до Киева, а может быть и дальше. И все. А Россия не вступает в эту войну. Но давай будем так говорить. Во-первых, по кольцу, пока мисс Россию никто не берет, а ее берут по периметру, если север-юг, если рассматривать так эту позицию. Второе. России надо уже прекратить баловаться с этими вурдалаками. Понятно. Многие говорят, что Америка не при делах.
Но я считаю, что и Америка, и Турция, и другие разболтали этот конфликт на Горном Карабахе именно принципиально, да, потому что не уступили Белоруссию. В Белоруссии еще войнушка будет за нее. Поэтому и Макрон вчера, как подлый хитрый лис, выступал, тут же просил помощи непосредственно с американским лидером. И тут же, елки-палки, говорил, отцепитесь типа от Беларуси. Не, России надо сегодня жесткую позицию занять. Хорошо, ребята, если вы не хотите сами, чтобы в Горном Карабахе и между Азербайджаном и Арменией не была война, прекратилась, пожалуйста, мы вам даем 3 дня. Всей Европе, Турции и все остальное. Нет, вводят миротворцев, самолеты, 8 часов круглый стол. Прекратить войну. И писец. Нам не надо вашей земли. Все, вот тут уже надо жестко. Следующее. Так, ребята, вы Минские соглашения там прекратили. Кажись, вы их схлопнули. Все ваши действия, это обозначает, что вы нас за нос водили. Господа, как вы там называетесь, их называют, ну, эти, компаньоны, типа этого. Вы с сегодняшнего дня не компаньоны и не друзья. Мы вам даем 14 часов на все про все. Либо отводите войска, либо не отводите. Дальше мы не несем ответственность. Ваша проблема. Все. Это раз. Третье. Товарищ Эрдоган, мы тебе газ, мы тебе атомные станции, мы тебе то. Мы обучаем твоих людей. Они учатся в институтах, в университетах. Мы тебе продали оружие, чтобы ты защищался, чтобы свою страну. Хватит играть в непонятки. Мы тебе даем 3 часа. Там наша зона влияния, там наша зона влияния, а здесь мир. Стоять. Иначе заблокируем, как он называется, проход турецкий, ну, морской. Это же доходная часть, как говорится. Иначе заблокируем. Посиди, подумай. И все. И закончится все. Ты же понимаешь, они же разрушают своими действиями именно вопреки нашей дружбы, наших корней, которые присутствуют на Украине, на Беларуси, в той же самой Армении, в том же самом Азербайджане. Ну, никому не секрет, чей Пашинян, ну, этот армянский президент, никому не секрет. И он же прекрасно понимает, что без России Армению сотрут. И будет та же самая резня. Давайте честно говорим. Россия этого не хочет допустить. Россия хочет, да. Алексей Валерьевич, а если мы на секундочку представим, что Никол Пашинян, соросенок, и ему поставлена задача была обязательно спровоцировать Карабахский конфликт, вызвать турецкую агрессию, реакцию и стравить Россию и Турцию. А я почему-то уверен в этом, что он и есть главный провокатор. Вот почему-то я уверен. Хотя при возможностях России, если Россия сегодня скажет, все, хватит с этими дружбами, лжедружбами, мы своим вопросом сами занимаемся. Россия быстро наведет порядок. При сегодняшних возможностях. Понимаешь? А что касается этого президента Армении, ну никому не секрет, чей он человек. Ну, я лично так и думаю, что эти все провокации, это он устроил. Потому что можно по-разному смотреть. Да, есть там интересы Азербайджана, интересы. А у меня вопрос. А кто воевал против фашизма, против Гитлера? Армения, этот, будем говорить так, Азербайджан. Кто погибал за большой Советский Союз, за нашу большую родину? Вы что делаете? Прекратите воевать. Нас же просто как дебилов разводят и лбами сбивают. Вот и все, надо своими именами говорить. Эти все вещи. Нам надо сегодня объединяться и бороться против того злого мира, который сегодня присутствует и на нас наступает. Ведь фактически у нас отобрали наши земли.
у нас, то история была. А это Советский Союз. Это большая страна. У нас отобрали Украину, у нас отобрали Белоруссию, можно сказать. У нас отобрали Грузию. Вы вспомните, какие богатые это были страны. А мы ж ведь единый народ. Мы ж вместе заодно боролись. Мы освободили Европу от фашизма. Вот ту старую клячу слушай, которая сегодня говорит, что Путин отравил, можно сказать, этого Навальненка гребаного. Так это и разжигание ненависти между Европой. Что тут не понимать? Это вас, будем говорить, кренделя французского дебила. Он хоть историю смотрел Франции. Он пусть разберется со своими этими желтыми гребаными жилетами. Ты посмотри, сколько там людей погибло. А он батька учит. Да батька это еще ягненок. Он еще не принял реальную силу. Если бы он принял реальную силу, уже давным-давно мы бы забыли, что такое забастовки в Беларуси. Поверь мне. Поэтому пусть чешет этот француз гребаный свою там страну. И заканчивают все вопросы к нам. И находит с нами общий язык сосуществования, сосуществования и работы. Вот только так можно. А нам не надо дубинкой махать и рассказывать, где нам что делать. Это наши земли, наших народов. Вот и все. Алексей Валерьевич, ну, думаю, что и Армагеддоныч, и Семен Багдасаров полностью тебя поддержат в этот твой спич. Ну, а нам надо заканчивать разговор и заканчивать его все-таки на какой-то оптимистической ноте. Как ты считаешь, в Белоруссии мы отстояли уже все или у тех соседей все-таки что-то может получиться? Значит, если говорить честно, откровенно, мы ничего не отстояли. Мы приостановили, как это в Украине. Мы приостановили. А настоящая борьба за Белоруссию еще впереди. Они сейчас концентрируют силы. Это раз. Второе, они сейчас проверяют и пробивают, где же все-таки они ошибки допустили, почему ослабли эти акции, протесты. Второе, те ошибки, которые они сегодня соберут, проанализируют, они 100% сегодня будут испытывать и обкатывать уже на России. И в России не все хорошо. Давайте честно говорить, свои либералы работают. Плюс ты не забывай, что 100% они подготавливают новые какие-то социальные сети, чтоб ударить. Я уверен на 100%, что переписка с либералами, с молодежью и работа с этими демократами в России продолжается. Нагнетание обстановки плохой продолжается. Дезинформировать общество они продолжают. Я уверен 100%, вот курс доллара поднимается и евро в России. Это неспроста. И в этом будут они обвинять сегодня российскую власть и все остальное. Короче, Сережа, я могу одно сказать. Если Россия не начнет сегодня свою быстро экономику отстраивать и делать свой золотой настоящий рубль, да, и не начинать отказываться от враждебно настроенных рынков, то России пиндец придет. Но Россия выстоит. Вот мое мнение. Поэтому надо за свое бороться. Вот чего я вам желаю. Всем объединяться и бороться. Спасибо, Алексей Валерьевич. На этом ставим многоточие. Прервемся, чтобы продолжить в следующий раз. Может, тогда я из тебя оптимизма больше вытащу. Сегодня, к сожалению, вот алармизма много, оптимизма не очень. Я удачи и до встречи. Понятно. До свидания. Итак, дорогие друзья, Алексей Валерьевич Журавка был с нами на прямой связи. Прервемся, скоро вернемся и продолжим. До встречи.